Всем привет, с вами Некрос, и вы знаете, мне очень понравилась игра Nuclear Throne, потому что обычно я в таких играх люблю позалипать, это мои игры, действительно. И сегодня мы поиграем за робота, я его открыл, ну вот буквально когда, вчера или сегодня. А смысл в том, что он находит более высокотехнологичное оружие, я так понял, так. И может оружие есть. Объясню зачем. Вот смотрите, мы появляемся. Такое R2-D2, да? Мы расстреливаем всех пацанчиков. И как только возьмем оружие, начнется самое интересное. Если мы оружие съедим, то мы можем получить дополнительные патроны для второго оружия, или мы даже можем вылечиться, что очень круто. Так, вот красный сундучок с оругами. Вот, смотрите. Машинган. Машинган имеет точно такой же тип патронов, как и револьвер. То есть револьвер мы можем схавать. Плюс 32 пули. Видите, как здорово. Вообще, подписчики сказали, что лучше не собирать оружие с одинаковым типом пуль. Это невыгодно. И я теперь понял, почему. Второй уровень. Так, Boiling Veins. Мы, наверное, возьмем тему, которая не даст нам получить урон от взрывов и огня, если у нас меньше 4 хп. Таким образом, мы можем играть с конкретным оружием и есть ненужное оружие, постоянно пополняя то, что нам нужно. Понимаете? Такая тема. Вот какая... Лейзер-пистоль. Классная тема, лейзер-пистоль. Оп-оп. Если взять перк на мощь лазерного оружия, будет очень круто. Поэтому мы теперь будем лазерное вот это вот оружие стараться собирать постоянно. А ненужные есть. Так, энерджи дают нам, это хорошо. Поп-райфл. Поп-райфл. Лейзер-пистоль. Поп-райфл мы едим. У нас больше энергии для лазера. Так, и я так понял то, что патроны нам даются рандомно для оружия. То есть... Если мы возьмем патроны, и у нас будет, допустим, оружие энергетическое активно, то это не значит, что нам дадут энергию. То есть патроны даются рандомно. Level up. Быстрее стреляем, когда мало хп. Мутация позже. Lucky shot. Некоторые киллы восстанавливают патроны. Я думаю, доп-мутация нам не повредит. Пока что с патронами все нормально. Но потом их, конечно, будет не хватать. О, привет, Big Bandit. Первый боссик. Давайте сначала мелких убьем. Так, ну его с лазера быстро можно гасить. Как я и говорил, лазер очень классная тема. И это еще без перка. Поп-райфл. Едим. И таким образом поддерживаем количество лазерных выстрелов. Слэдж-хаммер. Едим. Еще больше лазера. Но, я же говорю, не всегда именно патроны даются при съедении, пожирании оружия. Когда как? Радиация. И... Патрики. Да и аномалии открываются тоже не там, где мы убили противников. Не всегда там. Точность. Меньше хп, больше скорость стрельбы. Это для отскакивания дробинок. И больше, как вам сказать, когда мы деремся оружием ближнего боя, радиус больше. Ну давайте возьмем
точность, я не знаю. Не самые хорошие перки, конечно. Ну, может быть, вам они покажутся хорошими. Мне они не очень нравятся. У меня своя какая-то тактика. Ой. Я чуть не умер. Я могу умереть в любой момент. От любого прикосновения крыски. Мне нужно срочно оружие съесть какое-нибудь. Вот, например, вот это, но... С крысами нужно быть очень аккуратными, потому что они быстро набегают. Вон, видите, сколько там... Там вообще мамка крысиная. Во-во-во-во. Надо аккуратненько, аккуратненько. Тут же еще и видно плохо. Вон какая-то тема классная. Лейзер райфл. Ну-ка. А, это мощнее, чем лазерный пистолет. Тогда давайте вот так вот лазерный пистолет съедим. О, ХП дали. Ну вот видите, как здорово. Теперь хоть не так страшно играть будет. Можно еще оружие съесть. Что это? Баунсер какой-то, шотган. Я его съем. Но мне дали патроны. Так. Ой-ой-ой. Вот токсичные вот эти вот облака, лучше их не трогать. Теперь у нас есть лазерная винтовка. Это очень круто, это очень хорошее оружие. И нужно постараться его сохранить. Так. И смотреть в оба глаза. Сейчас нам тратить жизни ни в коем случае нельзя. Поехали. Мутация. Вот, Strong Spirit. Его нужно брать обязательно. Потому что он может нам жизнь спасти. Но только когда у нас этот... ХП максимальное. По-моему, так. Ну, я не совсем понял, на самом деле. Вот мне подписчики объясняли. Я не до конца допер. Тихо. Здесь аккуратно надо. Если мы проигрываем, игра начинается заново. Она очень хардкорная. Мне кажется, она даже хардкорнее Айзека в чем-то. Хотя, смотря, ну, кому как. Вот мне, например, такой стиль нравится. Давайте поищем. Тут есть еще какой-нибудь сундучок? О-о-о! А я что-то... Такие обычно сундуки попадаются, когда мы берем корону. Тут корона еще есть. Короны можно найти в порталах, откуда вот эти вот охранники-то вылезают. Я вам покажу, если получится. Toxic Bow. Главное, чтобы они машину не взорвали, рядом с которой я стою. Поэтому я ее взорву сам. Воу, тихо, тихо, тихо. Тут аккуратно надо быть. Вот, видите, Toxic Bow, пожалуй, я его съем. Мне он не нравится совершенно. Машинки мы взрываем для того, чтобы потом они рядом с нами не взорвались, и не было бы очень обидно после этого. Toxic Launcher. Это что у нас? Ага. Ну, кстати, неплохая тема, хотя... После нее ждать долго, пока это все дело... Да. Вот, смотрите, включаем. Все, и теперь нельзя уничтожать. А, нам нужно с помощью радиации... Эту тему заряжать, она заряжаться будет. Нужно убивать кого-то рядом.
Тихо. Вот. Главное не убить. Вон, видите, заряжаться начинает. Вот, смотрите. Оп. Все. Мы, кажется, зарядили. Теперь, чтобы туда залезть, нам нужно уничтожить портал. Блин, чуть меня не уничтожили. И стики лаунчер. А вот стики лаунчер тема классная. Наверное. Да. Тут где-то этот бегает. Смотрите. Опа. Это зря. Появилось... Да ладно, я теперь не смогу, скорее всего, зайти. А, нет, смогу. Уничтожаем. И идем в портал. Там мы возьмем корону. А, ну да. Лазер, вот. Лазерное оружие наносит больше урона. Это классная тема. Хотя была и другая классная тема в виде эйфории. Ну ладно, лоу хп. Так, на всякий случай. Бабах. Мало ли, тут какие-то секретки или что. Да, есть секретки на уровнях, естественно. В такой игре не может не быть секреток. Итак, значит, смотрите, нет короны. Нет, ну, первый вариант вообще без ничего. Второй вариант, нет этих аптечек, но большие аптечные сундуки начинают появляться. Третий вариант, нет патронов, но больше оружия. Выпадающие ништячки, типа пикапы, это как это... Ну да, по сути, бонусы всякие, которые выпадают из... из врагов, они быстрее исчезают, но более ценные. Здесь бесплатная мутация, но что-то с будущим, видимо, там плохая раскачка. Тут сундуки будут выпадать проклятые чаще, но я, правда, не знаю, в чем прикол этих сундуков. И вот, корона риска. Когда у нас full хп, нам выпадает больше. Когда меньше хп, выпадает меньше. Поэтому я бы взял вот либо корона оружия, хотя патроны нам нужны. Корона жизни неплохо смотрится. Нам и так аптечки не выпадают. Так что давайте возьмем корону жизни. О-о-о! Ужас, 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 ужас. Так, умереть можно. О, заметили, какой у нас звук от лазерной винтовки? Оп. Изменился. Босс. Босс я легко убью с помощью лазерной винтовки. Она еще и быстрее это стреляет. Все, убил. Я же говорю, лазерное оружие самое жесткое, но у меня, видите, хп вообще нет. А, раз хп нет, значит надо... Шотган съесть. Вот, хп дали. Ну, когда хп один, видимо, он всегда дает хп. Гренейд шотган. Это, на самом деле, жесткая тема очень, но она и меня убить может. О, еще хп дали, нифига прикольно. 5 хп за так просто. Все, ладно, залезаем. Но, блин, если сейчас будут враги вплотную, я сам себя просто убью. Самое нелюбимое мое место. Это самое вообще жесткое. Тут стреляют эти... Как их называют-то? Кристаллы, и... Если они в тебя... Они в вас попадают, это все, это хана. Сразу убьют. Вообще, моментально просто.
Главное найти укромное место, чтобы эти кристаллы было видно. Это очень опасная... Очень опасная тема. Ну, пока нормально все. Вот, видите, кристалл? Очень опасный. Убивает просто моментально. Вот. Начинает заряжаться и просто нас рвет. Но если мы будем двигаться, то с нами ничего плохого не случится, конечно. О, 6-й левел. Так, это что, Assault Rifle? Это классная тема. Это даже лучше, чем... Едим. Тройной выстрел, как в Спамаса. Так, тут кристаллов вроде нет. Берем оругу. Что там? Супер слаггер. Это, короче, вот такая тема. Мне кажется, она клевая. Так, райфл едим. Патрончики. И бум! Это очень мощный дробаш. Левел ап. Так. Вот, эйфория. Замедляет патроны пули врагов. Оба-ба-ба. Это опасно. Здесь главное найти место, где можно отдохнуть. И здесь самый сложный босс. Ну как, не самый сложный, но для меня он сложный. Потому что от него хрен отобьешься вообще. Взяли какой-то дробаш жесткий? Ты-ды-дыщ просто. Просто ты-ды-дыщ. Ой. У меня патроны кончились. Болты дали зачем-то. Тут еще лед. Эти йети очень опасные. Опа, лайтинг райфл. Нормальная тема, кстати. Но тоже она расходует энергию, поэтому мы ее... наверное, съедим. Вот это лайтинг райфл. Так, съели. Оставим супер слаггера. Вот патрончики как раз. Шелсы. Вот, нам шелсы дали. Это дробинки. Вот эти пацаны очень опасные. Они как с разбегу на нас могут... Да. Нужно очень аккуратно с ними. И вот, смотрите, как раз, видите, это из-за бонуса. Чест. Со здоровьем. Так. И вот он, последний остался. Пиу! Пиу! Можно идти, в принципе. А, нет, там оружие какое-то, я его забыл взять. Ну ладно, ничего страшного. Так, аккуратно. Оп. Вот здесь, я думаю, я в безопасности. Если они, конечно, ко мне не подойдут близко. Пиу, пиу. Главное, чтобы они там все повзрывались. О. Патроны-то, видите... На. Патроны не бесконечные. Шелсов не хватает, что ли? Вау! Именно поэтому я боюсь эти темы. Я столько опыта пропускаю, а это же все, ну, исчезает. Воу. Все, последний остался буквально.
Патрики, патрики. Очень опасно, очень опасно. Так, так. О! Ужас. Пока справляемся. Чуть он меня не коснулся, а он больно бьет, парень-то этот. Логично, что чуваки, которые в ближнем бою сражаются, они помощнее будут бить. Так, но за корону я не пойду. Я так понял, что вторую корону нельзя... А, вот, проклятый этот, видите? Проклятый сундук тут. Надо что-то взять, что там, интересно. Что там? Я не знаю, как они работают. Тут какой-то дабл флейм шотган. Видимо, какой-то жесткий. Ну-ка. Ну да, что-то прям такое. Жесткое, да. Мы это, пожалуй, оставим. Ну, проклятое, да, оружие. А, в смысле? Его нельзя выкинуть. А съесть его можно? Ой, а его, оказывается, есть нельзя было. Оно проклятое. А теперь у меня одна жизнь. Я просто тупо из-за этого сейчас проиграю. Нифига прикол. Понятно, почему. Теперь я знаю, что такое проклятые темы. Теперь меня могут убить сейчас одного просто. Все, я сейчас умру просто. Тупо умру. А, тут еще и босс. Отлично. Да, тут босс. Все, я умер. Я в западня. Вот, в принципе, меня подвело мое незнание. Давайте еще разик попробуем. Поначалу, конечно, все легко и просто, но потом уже такая начинает наступать задница. Гранейт лаунчер. Неплохое начало. Мне нравится гранейт лаунчер. Соберем патрики для него. Пам. Хорошая тема, гранейт лаунчер. Не, ну, конечно, это не лазерное оружие, но тоже неплохо. Так, все мне, все королю. А, поехали. Лазер брейн. У меня пока лазерного нет. Сам kills regenerate. Меньше здоровья у врагов. Ну, наверное, я для лазерного оставлю. Я уверен, что не так уж и... Ну, не настолько меньше прям, как игра мне обещает. Оу. Бум. Бум. Классные звуки. Вообще, тут все классно. И анимация, и озвучка. Я видел, как стримеры неплохие играют за робота. Значит, действительно он, ну... Грамотный персонаж, очень удобный. А, шотган. Шотган мы возьмем. Ну, обычный, правда, шотган, что поделать. Пу, пу. Все, а у еще и левел третий. Так, вот Scarface. Как раз Scarier Face, не Scarface, более страшное лицо. Тут, а, тут босс будет. Вот. Все. Убили мы его, изи. И много... Много радиации с него получили. Опа, это же... Ассалт... Хакерас хотел сказать. Ассалт райфл. Тема же классная, вы уже поняли.
Плазма ган. Ну вот. Ой. Не случайно. Ну, плазма ган я видел, не самое. Не знаю, мне не очень понравилось. Главное не подходить сейчас. Токсины и радиация. Тут, видите, две разные вещи. Радиация полезна, токсины нет. Такая вот игра странная. Токсичные пары, я имел в виду. Кто там? Воу! Да, и... О! Нифига их там рвануло. А, ну потому что да. И секреточки тут есть. Если открыть там какую-то розовую комнату, я заметил, то... ну... Появляются комнаты с какими-то черепахами, что ли. Вот смотрите, видите? Вот она. Вот такая комната появляется. То есть я сейчас захожу сюда, и скорее всего она появится. Да, судя по музыке-то она. Больше хп от аптечек. Шотганские, так, отскоки. Attract drops and rats from... Вот это, наверное. Возьму. Чтобы не подходить слишком близко. Да, дабл шотган. Нормальная тема, но я ее съем. СМГ. Возьмем, съедим. Вот такая маленькая комнатка. Тут чуть-чуть. Чуть-чуть врагов. СМГ. Кушаем. Ну и все, как бы комната заканчивается. Черепахи как будто из Марио пришли. Так, ну и в общем уровни-то по сути повторяются. Я так понимаю, что игра короткая, но очень сложная из-за этого. Игра такая же короткая, как и сложная, да. Вау, как он... Ты что, Васька, как ты меня зацепить-то сумел? О! Хелсы. Так, да, ближе, ближе. Ну, теперь мне дальше... Не нужно так близко подходить, чтобы те же патроны взять. Дисган. Ну, мне это не нравится вообще абсолютно. Я могу и сам себя убить этой фигней. О! Лови. Ух. Это ниндзя были. Видите? Другой путь. Ой, да ладно. Кстати, а почему эти снайперы взрываются? Патроны, патроны. Патроны, патроны, патроны. Ага. А, о. Можно эту тему взять? Парадцы там переговариваются. Ну, они опасны, кстати, эти охраннички. Оп. Подожди. Так. А, лазер-пистоль. Я вас понял. Это я ем. Но мне не хватает немного радиации, чтобы зарядить эту тему. Хм. Тогда придется вот так. Не будет у нас короны. Зато будет много радиации. Рэббит По. Мо больше хп, а мо дропов. И Бладласт. Регенерация хп за счет убийства. А вот это спорный вопрос. Хп мне надо, чтоб попадалось. Уа! Тихо-тихо.
На, ешь, кушай. Кушайте. О, собачка. Да я ее быстро сейчас убью. Вот это я понимаю спецэффекты. Так, это что? Energy... Какая-то тема ближнего боя. Так. Миниган. Ха, прикольно. Я даже не знаю, что лучше. Ну давайте с миниганом побегаем, прикольно же. Никогда еще с ним не бегал. Я понимаю, то, что это может быть хуже оружие, но мне просто нравится оно. Ну прикольно. Хотя патроны я быстро, конечно, израсходую. Опа! Кристаллы. О, да-да-да-да-да-да, кристаллики. Не, надо было оставить то. Максимальный левел 6. Все вроде бы пронесло. Сейчас главное на кристалл. Я так понял, что я все кристаллы уничтожил. Больше тут их нет. О-о-о, отойди, я боюсь пауков. Дайте мне посмотреть, что в сундуке. Баунсер шотган. Не, Г, УГ. А, хотя все правильно, идем. Вот здесь, да, здесь Bloodlust давайте возьмем. Пол игры прошел. Пиу! Пиу! Да, страшные чуваки. Вот на них как раз таки много... Я говорю, страшные, страшно с ними играть. Пол хп минус. О! Ужас, какой ужас. На. Прикиньте, да? На пути встать у такой темы. Тихо. Вот сейчас опасно. Все, уже не опасно. Йети. Я раньше боялся волков, но понял то, что йети вот эти вот механические, если я правильно их вообще называю, вот они самые... Не понял. А, и Йети остался. Йети остался. И оружие засосало в следующую локацию. Ничего страшного, я его там смогу поднять. Сейчас уже опасно будет. Уже чувак этот придет скоро. Базука. Тихо, надо побыстрее избавиться. Да. Кажется, это оно. А, нет, это эти. Это... Это охранники пришли. Я случайно... Оп-оп-оп. Ой-ой, опасно. Оп-оп-оп-оп. Что они там творят вообще? Боже мой, какой ужас. Я не могу. Я не могу, это ужасно. Базука. Базука, мэн. Let me see. Все равно достал. Ну, хоть 2 хп снял. Не это. Вот они стоят. А, портал зарядился. Нифига прикольно.
Но эти чуваки не опасны. Вообще не опасны. Все, зарядился, можно его... Вот так, раз. Отлично, базуку мы будем брать? О, нормально. Ну-ка. Ой, нормальная тема. Ну-ка. Вообще жестко. А, тут еще чуваки остались. Главное, чтобы я не засосал. Я хочу в эту... В зеленый портал. А вон тема какая-то. Ну-ка, что это? Лазер кэнон. Это... Ну, короче, смотрите, что это тема. Короче, она жесткая, но удобнее все-таки пользоваться, ну, обычной лазерной пушкой. Вот, плюс 4 максимального хп. Вот эта тема, она очень, очень мне нужна. О, нет, только не с базукой. В таких местах я с базукой бы не стал орудовать. Так, ничего. Может, тут секретка? Не, вряд ли. Видимо, я не совсем понимаю, как эти секретки вообще расположены. Давайте еще одну пуленьку. Вот сюда. Да. Ну что, берем корону и там... Что, что там будет? Проклятые сундуки больше мне не нужны. Погодите. Проклятые сундуки мне больше не нужны. Они мне не нравятся. Так что, наверное, Crown of Life пусть будет. Да. О-о-о! Пару! Спокойно! А, это этот! Он сейчас... Он за мной сейчас. Он бешеный. Все, убил я его, что ли? Да ладно, или нет? Убил, убил. Или нет? Я не понимаю. Что они там творят? Почему их так много? Он тут еще. Вот он, сейчас взлетает. Нет. Ой, на ваших глазах я его все-таки убил. Это самый такой жесткий, по мне, как по мне, босс. Остался последний эти. Пау. А, нет, еще кто-то остался. Ну, вообще. Мне даже подтормаживать, смотрите-ка. Ну-ка я туда. Уи! А, нифига их там. Мне нравятся эти Биг Бэм. Биг Бэм взрывы. Нет! Тихо. Еще кто-то? Нифига, левел-то огромный. Спокойно. Это Blood Cannon. Короче, эта тема, она, по-моему, у меня жизни отбирает. Ну, смотрите. Если у меня мало... Вот, видите, какая жесткая тема? Если я там не попадаю или что-то такое происходит, то типа... Так, базуком это, да, съедим.
А лазер пистоль оставим. Блин, ну фуф, вообще. Эпик. Опа, тут это, тут... Тут опасные чуваки. Мне не схватит столько патронов. Я умру сейчас. Да, я сейчас умру. Какой ужас. Не надо. Спокойно. Нифига их там. О, какое страшное место. Оруга? Что это? Лайтинг СМГ. О, ХП. Выскочила. Их там, видимо, так много, и либо они вообще плодятся. О. Видели, что это было? А, я же могу еще отхиливаться. Ну-ка. Пиу! Сейчас их по линии... На, Васька! Нифига, что творится? Правильно. Кто-то колдует, походу. Там какое-то то ли растение, то ли что-то такое. Вот оно, по-моему, это растение. Может быть, я не... Вот, видите, какая-то хрень. А, вот. На, Васька! Сложно, уже сложно будет. Уже вот реально сложно будет. Так. Вот это да, вот это мне повезло. Так, а где еще один? Тут кто-то еще бегает. Где ты? А, вот эта тема какая-то. Все. Страш. Запылис. Сейчас жесть будет. Пацаны? Не надо? Дайте мне. Вы чё? Я на такую радиацию не подписывался. Алло. Вау. Они еще и то ли множатся, то ли что-то какая-то чертовщина. Что это? А, шотган. Хрень. Уа. Это мои первые 5 минут в Пелесе. Творец. Плазма миниган. Нифига. Но хотя лучше это все равно. Мне столько патронов не хватит, чтобы с плазмой миниганом фигачить. Ой-ой-ой-ой-ой. Тем более у меня это... Что там? Гатлинг Слаггер. Слушайте, ну я бы такую тему оставил. А это бы... Хрень. Она же не проклятая. Что тут? Нет! Оно охранялось! У чё? Нифига сундуки. Даже музыка такая, как будто бы скоро всему пипец придет. Level up. Better weapon nutrition. Я не помню, что это. А, это когда съедаешь лучше эти последствия. Сейчас капец будет. Полный. Тварь. Твари.
Не надо. О, нет! Не зацепите только меня. Какой-то блатной. Супер кроссбоу. Что он делает? Ну? О! Отстань! Пронесло вроде. Тут эти охранники что-то делают. Сисура это. Вау. Ты чё? И не убить, смотри. Может на энергию плохо вредит. Ну, энергии плохо убивает эта тема. Слушайте, а я... Что? Что это? ПТ. Куда? Куда? Это какой-то офицер, походу, жесткий. Ну-ка. А, Golden Machine Gun. Я понял, все, ухожу. Тихо. Я хочу посмотреть, что это такое. Давайте оставим его, он же классный, по-моему. Просто потому, что он золотой. Может быть, он там супер-пупер мощный. Погодите-ка, мне кажется, или он... Патроны пополняет, быть такого не может. Показалось, наверное. Ох. Едем. Соседнее село на... Что это? Почему такая комната? Это плохо. Хайпер-лаунчер. Что такое? Что это такое? А что это такое? Ладно, неважно. Я не понял, что это. Робот AB skin unlocked for eating a hyper weapon. А, прикольно, я скин открыл. Что такое? Это что, это конец? Это трон? Я на троне? Или мне надо что-то? Что тут? Хорошо, что я туда не встал. За кто? За... тварь! Что мне делать? Это трон! Это трон! Это, мать его, трон! И он меня убил. С одного просто... С одной плюхи. Но ретрай уже не получится сделать. Я нажимаю ретрай, и меня кидает в самый конец. Короче, ребят, я почти убил трон. Но прикол в том, что, смотрите, у меня голден этот остался. И, по-моему, это означает, что... По-моему, это означает, что теперь я могу начинать именно с него играть. Ну, видите, раз он у меня остался. Вот давайте ретрай. Да, он у меня, видите, остается. Ну что ж, друзья, это был очень неплохой забег. И мы продолжим уже в следующем видео. А на этом все. Всем спасибо и всем пока.